Сегодня на мастер-классе по живописи у меня Ирины Клементьевой побывала Дарья Владимировна. И это картина, которую она создала впервые в своей жизни. Дарья Владимировна, скажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях как о самом живописном процессе, так и о том, что у вас получилось в итоге. Очень интересно, необычно, ново. Мы очень рады, что у вас что-то новое, да, в жизни было. И ваша работа мне очень нравится. И надеюсь, что она у вас будет долго-долго в семье. Будет. Радовать ваших детей, и внуков и других близких. Будет в красивой, подходящей к ней рамке. Замечательно.